Капитан пиратов лично возглавил поход судного дня. Ракеты готовы к атаке, грабя караваны, убивая всех по пути. Еще не знал он, что судьба заведет в капканах. Но поселение, услышав про атаку, готовится к обороне. Ополчение на взводе, ищут мишень турели. Противник штурмует, план обороны сработал. Отбились без единой пули. Привет, друзья! Мы продолжаем наш челлендж на Кассандре Экстрим Хардкор рандомным племенем без потерь в игре RimWorld. Я, как обычно, между сериями провел небольшой анализ нашей базы. Вот. И, в общем, план составил на эту серию предварительный. Во-первых, я здесь хочу доделать наши вот эти штуки, чтобы они полностью вот эту жилу копали, я поэтому здесь поставил проект стенки деревянной. Они ее сюда воткнут, я тут пару стен разберу, выкопаю, потом все это обратно будет убрано. Далее, здесь мне нужно сделать временный крематорий, чтобы трупы сжигать, поэтому это тоже тут в первую очередь все сделают. Потом я разметил дополнительно периметр, его нужно построить будет вот здесь и вот тут. Меня несколько не устраивает текущая оборона моя, нужно ее усилить дополнительной стеной. Ну и тут, соответственно, тоже двойную стену достроим. Вот, пока что это самое начало, вот будет вот такое у нас. А дальше посмотрим, как оно будет продолжаться. Естественно, нам нужно будет перезарядить все ловушки сейчас. После того, как они тут все перетащат, я отправлю сюда людей. Сейчас за ними можно будет не следить, а все-таки надеюсь, они уже будут отсюда выходить как-то. Ну, с обломков. И оттуда перезаряжать. Так что пускай занимаются. Ну и тут продолжат таскать камни и все остальное. После того, как всю вот эту мелочь сделают. Да, конечно, со свободным графиком они вот так вот чудить могут. Надо, наверное, график будет настроить, чтобы они днем-то работали. Но что-то пока не знаю, заниматься этим, не заниматься. Ты куда идешь? Гости, не знаю, что у вас тут такого есть, компоненты. Мне, в принципе, ничего из этого не надо. У меня есть 1100 серебра, я бы хотел пол поставить. А пол, на пол мне нужно. Да, что-то у меня такое ощущение, что затраты серебра увеличили. 6000 аж на целый госпиталь нужно. Надо будет насчет этого поузнавать. Тогда хотя бы. Может, хотя бы вот так сделать. Не, на все мне тут не хватит. Давай вот так пока сделаем. Пол разбирать неохота мне. Сделают как есть. Ты куда идешь? Негодяйка какая, а? Ты что удумала? Вот так вот их не заметишь? Они кого-нибудь покусают обязательно. А, она уже все. На этого напал, на придурка. А, он ушел сюда, да? Какая настырная. У этих животных тема есть, что они стан прокидывают. Так что, когда, например, поселение отжимаешь на льдах, то удобно вот таких животных иметь. Ну, там, волков, например. Бывает, рандомит их. Они очень хорошо помочь могут. Простанить. Давай сразу здесь туда крышу организуем.
Нужно сжечь эти трупешники. Да, животные опять поползли, тут меня бить надо. За этим, конечно, понаблюдать будет. Ну и сверху тоже где-нибудь тут могут напасть. Тут бы, конечно, тоже вот так огородиться. Такой простецкой деревянной стеной. По крайней мере, чтобы животные не ползали. Что ты у нас тут все это нервничаешь? Свинья, что тебе надо? Хорош, давай страдать. Давай ты вот эту сначала выкопаешь. Это надо разобрать, конечно, бы. Оно просто в запрещенной зоне. Давай, тащи. Так, сейчас мне нужно эти трупандосы сжечь. Иди, вооружайся. Коктейлем будешь сжечь. Да, правда, у тебя настроение, конечно, никакое просто. Так, давай, жги. Ты можешь идти отдыхать? А, аптечку перенеси сначала. Бешеное животное. Ладно, хрен на тебе. Ну, а тогда это включить будет. А ты избавься от молотова. А то что-то ты ходишь весь нервный какой-то. Переключить на питание. Лисица сошла с ума. Сейчас я отправлю туда бригаду, наверное, какую-нибудь туда. Кто у нас голодает? Чувак, который в обмороке. Ну, психоз пройдет. Поешь. Я что сделаю? Что ты такой? Так, это я, пожалуй, ликвидирую, а то она мне тут на нервы действует. Замечательно. Одной фигней меньше. Теперь, что у нас тут? Тут у нас все сгорело. Надо унести туда снайперку. Пушки все. И перезарядить капканы. Блин, давай ты это потом сделаешь как-нибудь. Все, остатки доносите. Это тоже дурная тут может сейчас сагриться по какой-нибудь фигне. Куда идешь? Не, давай пулемет сначала. И, в принципе, можно приказ отдать на зарядку. Ну, блин, разобрал одну штуку и пошел отдыхать. Ну, молодец. Вообще. Эпично просто. Блин, ты что, повторно, что ли, с ума сошел? Ну, я не знаю. Что вы такие нервные? Так, с рубашки у нас готовы. Это хорошо. Сколько у тебя скилл? 9. Скоро можно будет его на запчасти отправлять. И после этого как раз тогда можно начать крафтить уже нормальные вещи. 14 компонентов у нас уже. Стали уже нормально. 2000. Так, здесь у нас, значит, вы построили, да? Ладно, это тут сейчас со временем. Разберемся, что куда. Тут надо сначала одну заполнить, хотя бы.
Так, и надо подумать, что бы мне тут такое. Блин. Компоненты. Это плохо, что вы тут портитесь. Разобрали вот эти штуки буровые. От них компоненты остаются. В среднем, я так прикидывал, где-то примерно в районе... Ну, если в сумме брать, с возвратом материала, где-то что-то порядка 70-80 стали нужно. На то, чтобы одну буровую поставить. То есть мы затратили, потом вернулась часть ресурсов, и вот эта вот дельта составляет примерно 70. Если я, конечно, ничего не напутал. А за раз он выкапывает 75. А с одной жилы, с полной, выкапывается где-то, сколько там, 2 или 3 раза, если я не ошибаюсь. То есть даже вот на один квадратик имеет смысл поставить вот эту буровую и выкопать, если там сталь. Так, дальше. Ну это вы перетащите. Нужно тогда... Тогда нужно вот так сделать. Пускай они продолжают тут стену строить. Ремесленнику у нас осталось. Но он сейчас проспится, у него опять 100% прокачка пойдет. В принципе, должен быстро добрать ее. Помпа у нас один радиус осушила уже. Это хорошо. Ты че, Свинтус, с ума сходишь? Комара тут шарахается из-за того, что у него родственничек сдох. Да. А, мясо идет. Блин, это сейчас может на меня напасть, гадина. Надо бы, конечно, тут ее бы убить. Давай-ка сюда. Так, что-то я не понял, а где она? Убежала, да, сюда? Сейчас мы тебя... Готово. А, стрелять? Стрельбу хоть попрокачивать немножко. А кого она тут? Зайца, что ли, съела? Ну, в принципе, как-то так. А, тут, конечно, все как-то медленно это происходит. Стену построю. Построю следующую, и надо будет количество ловушек вот увеличить. Тут у нас уже неплохо так пробурились. Координаты схрона. Не, пацаны, мне этого не надо. Туда я не пойду. Так, нужно сделать замер тогда. Что тут, где тут копать нам? Значит, здесь. Эту тогда разбираем. А вторую... Вторую можно будет тут поставить. Как-то так. Блин, ты бы вот докопал бы здесь, да? Это тогда можно отключить. Опять тут у нас Свинтус психует. Да, энергии... Энергия вообще уже у нас на самом таком, на пределе. Так, ты что тут бродишь? Шел бы ты отсюда.
Недоедание, гипотермия, ну блин. Давай сдохни еще тут. Мне это вообще будет жесть. Так, построили, да? Давайте дальше. Как-то так. А, все, психоз отошел. Вот так вот, раскаяние 80. Лайфхак. А что настроено на психозе? Свинья, комара и морская. Все последнее психует у нас. Товарищи, друзья. Блин, они начинают хавать прямо, прямо там и нифига не в столовую. Надо что-то тогда придумать с этим. Что бы сделать? График что ли выставить? Блин, еще что ли одну комнату отдыха построить? Чтобы уж наверняка предотвратить вот, вот такую фигню, когда он тут просыпается и не хочет туда идти. Типа ему далеко. Либо можно как вариант базу позакрывать дверями. Ну и... Или тут вообще автоматические двери поставить. Я вот не знаю, как это просчитывается, эта автоматическая дверь. Если она считается как такое слабое препятствие, то это нормально, в принципе, будет. Это что тут включено? Надо вырубить ее. То может он из-за того, что дверь тут стоит, идти туда не хочет. То, что дверь его типа замедляет. Фиг знает, короче. Ты куда ты тащишь? Ты что, прикалываетесь, что ли? Давай вот сюда лучше. Как-нибудь вот так. Тут настройки надо вот так вот сделать. И до конца достроить стену. Хоть спокойнее будет, а то реально уже что-то тут затянулось у нас, это строительство барьера вот этого нашего внешнего. Тут можно будет еще камень покопать. У меня была мысля, конечно, выкопать шахту, чтобы там генерировать спаун жуков, потому что с них можно... Блин, опять вы подрались. Вы мне надоели оба, а? Уродец и неврастенник. Они уже не первый раз, кстати, дерутся. А ты куда пошел? Громотей, хавать? Тут вообще компашка, блин, сильно недовольная собралась, то, что тут постоянно вот этот бурение идет. Ну, красота вообще не алё. Вот ребята у нас тут с ума исходят потихоньку. Ладно, сейчас стену тут доделают. Можно будет там подумать что-нибудь. Можно, наверное, пока временно прекратить добывать сталь. Потому что так-то у меня дофига ее уже. Это вот 2000 только на складах лежит. А здесь ее он, если выделить... Сколько ее тут будет? Еще 3400. Хотя 3400 это тоже такое себе. Че эти 3400? 2500 нужно, считай, на ферму, на полную. Но, чтобы ферму одну поставить... Так, че? Свинья с ума сошел? Вот, чтобы ферму одну поставить, нужно, наверное, протянуть геотермалку одну будет сюда. Протянуть как бы отсюда уже не проблема будет от этой стенки. Геотермалка мне как раз дает энергии примерно 3600.
Ну, считай, лампа, сколько там она, 2900 требует. И гидропонные столы. Ну, примерно то и на то и выходит. То, что геотермалка одна снабжает одну вот такую вот ферму гидропонную. По идее, вроде баланс у нас положительный, я бы даже сказал, идет. Но очень скоро, если ко мне не придет ивент на мясо, мне придется либо охотиться идти, да, либо есть простые блюда. Потому что мясо рано или поздно кончится. Ну и у меня что-то подозрение есть, что ко мне еще один ивент придет на животных. Единственное, что если придет сейчас там 30 варгов каких-нибудь, то мне будет крайне проблемно, наверное, вот их сейчас убивать. Вот в таком сетапе. Надо, наверное, еще турели поставить. Блин, эта турелька не достает до сюда, это плохо. Хотя, в принципе, если они так выйдут... Интересно тут. Тогда нужно как-то по краям вот так турели наставить, эту стену доделать, чтобы они вот так простреливали под углом. Чтобы это все сделать, отсюда нужно брать склад с рисом куда-то. Куда его убрать? В принципе, можно здесь его сделать. За госпиталем. Потому что здесь будет ферма гидропонная с рисом. И как раз сюда они его таскать будут. А тут он пускай лежит и лежит себе. Да, ловушек бы надо увеличить. Немножечко. Давай это вот так сделаем. Ну, блин, надеюсь, не наступит. А то это будет фейл вообще. По итогу. 10 ловушек, каждая... Сколько там? 70, да, на нее надо. Блин, они ловушка прямо на самой ловушке строят. Ну, 700 стали, на одни ловушки уйдет. Надо сейчас тогда проследить, чтобы они ловушку прямо на самой ловушке не строили. Блин, пришел, пожрал, ушел. Ну как так-то? Так, у нас силовая броня готова. Это замечательно. Тогда у меня сейчас наверняка товарищ мой до десятки докачался, его можно компоненты отправить. А тем чувачком делать силовую броню первую. Или автомат скрафтить. Ну автомат, в принципе, у меня так-то оружия уже хватает, с одной стороны. Но нужно тогда подумать, что еще делать мне. Генератор, конечно, мне щита не повредил. У меня есть один милишник танкующий, но ради этого как-то сюда спешить очень сильно. Я автодвери доделаю, что они мне пригодятся. Давай, ты доделаешь уже окончательно-то. И куда ты? А, понятно. Сталь тащишь. Так, и нужно... 600 у меня этого осталось. Это нужно доделывать. Да, честно, спионеренный способ постройки кишки. Но наша же задача собирать эффективные способы развития. Вот мы их и собираем. В принципе, такая кишка, наверное, уже будет хорошо себя показывать. То, что капканов достаточно, чтобы серьезный рейд уже капканить тут. Можно, конечно, извращаться и дальше пойти, и вообще из пластали их строить. О, кстати, по поводу. Нужно сделать... Сделать нужно... Бы... Бы-бы-бы, вот... Что-нибудь типа того. Как бы только куда бы ее мне приспособить. Давай, наверное, сюда. И нужно протянуть будет кабель. О, пать. Пойти это хорошо.
Давайте. Все на пати, короче. Тоже давай иди. Все, тусуйтесь. Котик там тоже веселится. Так, а мне нужно пока проверить. Все, десятка есть. Это хорошо. Тогда нужно сделать следующее. Я хочу посмотреть, сколько у меня того крафтера скилл. 18. То есть здесь нужно выставить следующим образом. Вот так вот пускай от 0 до 16. Здесь пока... Ладно, это можно все тогда обратно вернуть. Да, как-то так. Можно даже вот так вот сделать. Не знаю, когда, конечно, тут продолжу еще вот одежду клепать. Может быть, когда дело-нитник уже нарастет, но это видно будет. А тут у нас же бронежилет еще ведь вроде не у всех есть. Один. Два броника надо как минимум сделать. Так, два бронежилета. Потом нужен один автомат. Один. И можно, наверное, силовую броню. Что она там требует? 135 пластали, у меня 737. И 18 компонентов. Тут аналогично. Первая силовая броня у меня появится. Нормально. У меня есть две вон, с турпешников. Но что-то я не хочу их одевать. У меня тут и так ребята нервничают. То, что тут вон на бурильне занимается. Блин, вот что ты... Что ты делаешь, а? Не придурок ли, а? Просто настолько меня вот эта тупость вымораживает. Почему тут нету какой-то галки, чтобы, допустим, запретить ему есть на улице? То есть вот есть у меня чувак нервный. Я знаю, что он нервный. Я принудительно его заставляю не есть на улице. То есть он в любом случае пойдет в столовую. Как-то это, блин, не продумано все. А чё ты не идешь? А, компоненты-то полностью есть. Так, я думаю, что не делается, у меня станок выключен. И по технологиям, что бы мне пригодилось. Давай пасту изучим, пока что. Потом, может быть, препараты можно будет сделать, чтобы на возможность крафта аптечек выйти. Но в любом случае, чтобы это крафтить, нужно закупать ингредиенты у торгашей. А для ингредиентов у торгашей, ну, блин, деньги нужны. А чтобы деньги были... Нужно обеспечить их как бы производством. Блин, может вначале сделать как бы не гидропон, ну в смысле не еду, а наркоту. С одной стороны, у меня так-то еды хватает. То есть я вот сейчас все наблюдаю, у меня в принципе баланс более-менее стоит на одном месте. Но вот у меня, правда, пока животные есть. Хотя не, это опасно. Все-таки надо сначала гидропон лепить с едой. Но это надо, вот эту стену надо сначала доделать. Вот тоже, что он там хавает? Непонятно мне это. Я вот думаю, будут ли они так жрать, если им рабочее время поставить? Или не будут? Давай-ка, может, график выставим. Как-то так.
Пусть по расписанию работают. А то мы так коммунизм не построим на нашей маленькой колонии. Сейчас проверим, может быть, и начнут хавать нормально. Это, конечно, не точно, что они начнут. Но, по крайней мере, посмотреть можно будет. Еще я хочу глянуть по поводу того, сколько там у нас выбрали. Значит, эту можно разобрать. И эту можно разобрать. Это надо тогда выключить обратно. Ну, тут практически достроили. Это радует. Богатство постепенно ползет вверх. 170 тысяч уже. Почти на 20% у нас готов наш челлендж. На 17. Сталь, конечно, можно было бы и унести. Но. Ну-ну-ну. Так, а ты что делаешь? Блин, у него же не назначен кузнец. Так, где он? Иди компоненты клепай. А то у нас тут сейчас активный крафт пошел. И броня, и силовая броня, и автомат. С компонентами геморрой будет. Так, броник готов. Но этот чувак должен сам так-то одеть его. А силовую броню я, конечно, принудительно буду одевать, потому что сначала военным, ну или всяким там таким скилловым товарищам, которые на передовой, по идее, должны стоять и отстреливаться. Очень поздно у меня вводится посев дьявола-нитника. Надо как-то это ускорять дело. Сейчас нужно, наверное, тогда на геотермалку выйти. Тогда сделаем следующим образом. После геотермалки сразу можно выходить в гидропонную эту. В одну, по крайней мере, лампу гидропонную. Так, это у нас будет как-то таким образом построено. Так. И, наверное, посередине можно дверь воткнуть. Хотя, конечно, тут из гранита-то больно жирно строить эту стенку. Но пускай как есть. Это мы все запрещаем. Это запрещаем. А эту стенку пускай строят. Строю таким образом специально, чтобы кабель по стене пускать. Если вдруг кто не в курсе. Потому что если просто пустить его по земле, да, эти могут разломать его, а по стенке они его игнорируют. Стены тут не очень много придется делать, так что нормально, терпимо, я бы сказал. Больше вот эти вот твари пугают, чем трудности с предстоящей стройки. Ну, по поводу животных, если уж совсем мясо кончаться будет, я вон могу, тут где-то еще муфлы бегали. Такс, контрабандист прилетел к нам, да? Свинтус. Давай, иди общайся. Может, что-нибудь удастся впарить. Итак, что у нас тут есть? Да, капец, 37. Всего лишь 37. Такая вот броня с трупа. Блин, ну это жесть. Пулемет, пулемет. Нужен ли мне пулемет? Наверное, нет. Пистолет, пулемет, тем более. Винтовки нафиг. Тебя нафиг. Снайперку оставлю. Дробовик шедевральный. Тоже нафиг. И тебя нафиг.
Снайперку одну оставлю, вдруг там механоидов или кого-нибудь расстреливать. О, у него органы есть. Блин, это круто, а у меня денег нет. Это вообще не круто. Мне бы сейчас, конечно, тут запасные-то не помешали бы. Так, генераторы. Продать или оставить? Так-то, в принципе, нафиг они не нужны. Ситуация в том, что придут пираты, и около них будет целое стадо животных. Ну, она такая себе. Не знаю. Мне кажется, такое крайне маловероятно. Так что сделаем как-то так. Нам нужно тут медсанчасть. Немножко благоустроить плиткой. Качественной. Паста у нас готова. Давай на препараты выходить. И стройте. Гадость эту нужно отсюда убрать. Хорошо, когда вот так вот, ваншот просто. Ладно, это починит. Не такое это страшное дело, поломка. Компонентов сейчас, в принципе, хватает. Стали вроде тоже нормально есть. Не, определенно не хватает опций жрать в столовой. Потому что это вообще, ну, блин, жесть какая-то. Они на ровном месте настроение себе портят просто. Я бы эти вентиляторы отсюда куда-нибудь перенес бы. Вот в это место. Но пока что-то фиг знает. Так, а вот и они. Блин, он совсем ведь рядом. Ладно, достроят. И надо будет его кокнуть. У меня сейчас снайперских винтовок уже более-менее нормально стало. В принципе, если сейчас из прохода стрельнуть в них и начать убегать, они, наверное, все сюда заманятся. И можно будет их в киллбоксе расстрелять. Ну, чтобы не тупить просто вот так вот эти вот... Заходить в двери, выходить из дверей, что-то сильно раздражает. А чё тут он не засеял-то ещё нифига? Это не очень правильно. Вот так-то вот. Да, и мясо у меня потихоньку кончается все. Вообще все. Что у нас тут? Спасибо за подгон, конечно, но... Хотя этой фигней можно животных кормить. Это будет выгоднее, чем блюдами кормить. А мне вот эту инфраструктуру кормления животных выстраивать лень. Через пасту. Блин, вы давайте достраивайте уже быстрее, я буду кораблик этот уничтожать. Я не понял, так а у меня же кто-то болел уже этими червями. Что-то все в одном месте сразу заболели. Вот эти типы болели червями. Блин, ну ладно. Вылечат. Как бы не страшное заболевание. И не смертельное, я бы сказал. Ты давай-ка это. Идешь там. Вылечить надо сначала коллегу. Да, сейчас бы эти, конечно, импульсы бы могли бы немножко чуть-чуть помочь.
сагрить механоидов и вызвать этот психоз. Я, правда, не знаю, напали бы животные тогда на них или нет. Так, комп я ребутнул, жестко почистил. У нас вылетело пару минут записи, но я думаю, это не критично. Там все равно подготовка к бою. А, нужно расставить ребятушек. И что у нас тут? Миниган, инферно-пушка, тяжелый бластер. Энергокап... Ну, блин, понятно, в общем. Ладно, тогда сваливаем отсюда. А то сейчас тут мне напихают. По самое не хочу. Этими энергокопьями. А, ну они успокоились, да? Тогда эту дверь я оставлю открытой. Иду сюда. И мне нужно сагрить их. Блин, вот это прикол. Давай, вали в аптечку. Так, ты у нас... Тоже стрелок, иди будешь наагривать. Блин, ну такими темпами. Они мне тут быстро насуют. Так, лечить будем нормально аптекой. Как-то так. И кто у нас тут медик? Нормальный. Хотя, в принципе, у меня два медика. Один получше, другой похуже. Так, где второй тут? У этого 12, у этого 9. Давай девяткой, просто чисто, чтобы попрокачивать немножко его. А этими сейчас я их выманивать буду. Ну, вот этим типом. Давай в темпе сюда иди. Блин, вот я не знаю, слов на них нету. Сразу вообще сагрился, моментально. Только стоило вылезти. И отходит, главное, обратно. Че, издеваешься, что ли? Так, ты что тут потерялся? Давай, теряться не надо. Блин, надо как-то их выманить. Хм, этот на меня прицелился тут уже. Не хотят выманиваться, гады. Блин, давай вот ты не будешь тут убирать. Нафиг тебе. Блин, как их выманить на себя, а? Надо в кого-то попасть. Это однозначно. Да ты издеваешься. Может, из этой двери попробовать? Вообще не хотят вылезать, гады. Ладно, я... Вот как так, а?
Идиоты. Я пойду тогда на сон пока что. Ну, у тебя ранение такое себе. Вас вылечат, в принципе, это не смертельно. А тут надо что-то, конечно, придумать, да. Так, а ты силовую броню, что ли, уже сделал одну? А, ты только первую делаешь, да? Сейчас попробую тогда вот из этой двери тюкнуть. Тут радиуса мало, у меня больше беспечных стрелков нету, да? Это плохо. Отличный автомат, а это хорошо. Торговый корабль. Свинтус. Иди общайся. Может, что-нибудь продать получится. Блин, тут еще эта адская елка. Блин, как-то все тут в кучу. Что тут есть? О, можно эти ракетницы по ним тюкнуть. Может, тогда сагрится. Но мне на них ракетницу тратить неохота вообще. Никак просто. Да, продавать им вообще нечего. А, в одного попало, да? В тебя. Так, сваливай тогда отсюда. О, они, по-моему, пошли ко мне. Тогда нужно... хотя бы чуть-чуть сюда встать. Сколько их пойдет, еще вопрос. Ой, блин. Вот это фейл, блин. Дверь оставил открытой. На, капец. Ну ладно, этих немного, этих я, наверное, смогу как-то отстрелять. Какие-то, блин, странные глупости пошли вот. Вот так оставишь. Еще что-нибудь там оставишь, забудешь. Надо, наверное... фиг знает, повнимательнее как-то за всем этим следить. Да ладно, ты сюда отошел. Ну хорош, а? Блин, какого фига? Здесь надо, значит, строить линию. Чтобы ее тут построить, нужно... Да, здесь нужно болото убирать, а то тут... А, есть некоторые, конечно, проблемки тут у меня. Ладно, иди лечись тогда. Так, ты сюда. Куда-нибудь. Ты иди сюда. Ты идешь. Свинья, возьми-ка автоматец лучше. Ты сюда. Ну, ты спи. А, снайпер-то у меня отсутствует, да, здесь? Блин, вот из этой дырки возникли проблемы. И здесь я забыл поставить мешки. Ладно, посмотрим, как я от них отобьюсь в таком сетапе. И не с таким справлялись еще. Наблюдаем. Одного вырубили уже.
А турели, наверное, у меня тут сейчас парочку штук уничтожат. О, война пошла. Нет, турель пока держится нормально. Блин, западло то, что забыл поставить мешки-то. Вообще, раньше делал, я ставил эти пены, ну, пожарные, короче, хлопушки. И когда такая ситуация возникала, просто выходил, хлопушку путал. Так, одна пушка готова. И, в принципе, и механоиды почти готовы. Осталось только пронаблюдать, как добьют остатки. Так, а это вот-то что, у меня тут не залечен, да, он? Блин, вот это, конечно, не очень хорошо. Медик... Иди лечи его. Ну что, вот тебе все механоиды. Тройка-то у нас еще тут целенькая, да? Ладно, это сейчас тут потушат. Это можно тоже потушить. Так, а вы идите на кораблик уничтожить. Свинтус свободен. Ой, блин, тебя-то я не заметил. Да, что-то уже... Что-то тормоза какие-то сплошные идут. Как бы мне его убить? Турель до него не достает. Да, тут, конечно, какое-то фейловое место. Нужно тут что-то придумать будет. Сейчас из-за снега не видно. Так, мне нужен тогда снайпер. Иди сюда. Инвалиды будут воевать. Так, автоматчик достанет у меня вообще до него или нет? Любопытно мне. Нет, автомат не достает. Блин, это грустно. На самом-то деле... Ты пока жди. Блин, из этой фигни, наверное, еще одну турель потеряю. Я понимаю, что ты, конечно, смелый тип. Да, не потеряю. Свин, давай. Лечи. Лечи, чини. Вы свободны? А вы, банда, идите сюда. Блин, с этой дверью, конечно, фейл вышел, вообще жесткий. Ну ничего, бывает. Меня больше сейчас беспокоит вот в этом месте проблема, то что тут на стену построить. Это можно сразу утащить. Все, все свободны. Блин. Какого фига? Да, с ловушками, конечно, это капец вообще. Это что, собственно? У тебя же вроде сон сейчас стоит. Че ты копаешь тут? Блин, ладно, твое дело. Ну, отлично. Три клинка вынул. Так, ты куда идешь? Неси клинок. Ты неси клинок. И ты неси клинок. Что ж, серию на этом буду заканчивать. Если было интересно, не забывайте ставить лайкосы. Кто не подписан, подписываться на канал, оставлять комментарии. А мы с вами увидимся в следующих сериях. Пока-пока.